Коллеги, давайте будем собираться и начнем нашу работу. Так, друзья, ну давайте я начну. Пожалуйста, из присутствующих напишите, как меня видно, слышно, как идет презентация. Добрый, добрый, Ирина. Здравствуйте. Все нормально, Ирина, все слышно? Ну давайте мы тогда начнем, люди будут подтягиваться, но в любом случае будет у нас запись этого вебинара. Вот подходят люди, всех очень рад видеть. Друзья, единственный момент, о чем хотел бы попросить. Вопросы я оставлю время в конце, и вы их напишите. То есть не надо писать их в чат, лучше их писать к себе на листочек, а потом заносить в чат. Почему? Потому что, ну, немного отвлекают вопросы и меня, и участников нашей сегодняшней конференции. Ну и главное, если вопрос задан, он может вместе вот с лентой улететь туда наверх, и мы его потом просто не найдем. То есть вот время будет, мы на все эти вопросы ответим. Сегодня у нас новая линейка продуктов – это фруктовые батончики с пребиотиками, клетчаткой и суперфудами. Здесь нужно сделать одно очень небольшое пояснение. Большинство из нас уверены, что так называемый фастфуд – это самый главный враг здоровья, здорового питания, здорового образа жизни. Очень часто даже диетологи задают такой вопрос: а как у вас с фастфудом? И человек вздыхает, кивает, вот, говорит, с фастфудом у меня плохо. Почему плохо? Да потому что жизнь у нас такая, потому что мы очень жестко впаяны в свое время. Мы должны все время быть вот здесь и сейчас. Мы должны все время быть вот на связи. Мы должны быть готовы к реакции, к работе. И, во-первых, нам особо некогда вот усаживаться и красиво есть. А во-вторых, нам нужна энергия, и нам ее где бы взять. И вот здесь вот возникает очень интересная вещь. Если человек вынужден обращаться к фастфуду, ну, дословный перевод – это быстрая еде, то он рассуждает как? Фастфуд, безусловно, вредно, но что поделаешь, у меня нет другого выхода, и поэтому гори оно все огнем, и дальше вот пошел вот именно фастфуд в таком самом его плохом виде, с трансжирами, со сладкими газировками, вот, что, безусловно, вредит здоровью. Вот. И вот здесь нам очень важно вот этот вот миф немножечко развенчать. Для фастфуда существует полезная еда. И если человек использует эту полезную еду, ну, скажем, не только ею питается, а где-то вот один-два приема в день он заменяет вот таким полезным перекусом, то ничего здесь страшного нет. Естественно, общие требования здорового питания, их никто не отменяет. Чем дольше вы едите, тем лучше. Чем медленнее вы едите, тем лучше. Чем тщательнее вы пережевываете пищу, тем лучше. Пищу желательно запивать не сахаросодержащими напитками, чтобы не травмировать пищевод и желудок. И вот с учетом этих правил, в общем-то, мы уже можем говорить о полезном фастфуде. И вот здесь давайте мы обратим внимание вот на наши фруктовые батончики с пребиотиком, клетчаткой и суперфудами. Ну, во-первых, общая характеристика. Обратите внимание, мы выделили пребиотики и клетчатку. Значит, небольшое пояснение. Клетчатка или пищевые волокна являются необходимым, незаменимым фактором здорового питания. Это первая реальность. Вторая реальность – большинство людей не доедает пищевых волокон столько, сколько надо. Третья реальность – пищевых волокон никогда не бывает слишком мало.
чем, простите, слишком много, чем больше, тем лучше. Это, пожалуй, единственный фактор питания, который может не лимитироваться. Повторю, чем больше, тем лучше. Пищевые волокна подразделяются на две большие группы. Это растворимые пищевые волокна и так называемые нерастворимые или неферментируемые пищевые волокна. Для поддержания здоровья нужны и те, но разница в их действии немножечко отличается. В частности, растворимые пищевые волокна, они являются собой питательные вещества для нашей симбиотной микрофлоры, бифидо- и лактобактерий. Вот. А здоровая симбиотная микрофлора – это, опять же, наше здоровье. То есть нельзя быть здоровым, имея плохую, некачественную микрофлору. О микрофлоре надо заботиться, как об очень близких, буквально родных, постоянно заботящихся о нас существах. И вот сегодня мы рассмотрим несколько так называемых мягких пищевых волокон, которые обладают явным таким отчетливым пребиотическим действием. Это первое – инулин, и второе – пектин. Вот. Итак, вот о чем мы говорим. Инулин – это цепочка молекул фруктозы, так скажем, полифруктан, но эти молекулы соединены между собой немножечко хитро. В нашем пищеварительном тракте нет ферментов, способных расщепить, отцепить вот одну молекулу фруктозы от другой. И, соответственно, мы не усваиваем инулин, мы не извлекаем из него энергию. Инулин незаменимым, неизменным доезжает до толстой кишки, где он уже вступает во взаимодействие с бифидо- и лактобактериями и, в общем-то, оказывает свое прямое пребиотическое действие. Но пока он доберется до толстой кишки, он выполняет еще ряд моментов. Ну, первый момент, во-первых, инулин вкусен, это просто на всякий случай. Инулин обладает, знаете, таким вот изысканным, приятным, нежным, неприторным, сладким вкусом. Причем очень важно понимать, что эта сладость абсолютно для нас безопасна и даже наоборот полезна. Мы с вами, когда говорили о шоколаде, мы говорили, что он включает в себя олигофруктозу. Вот олигофруктоза, молекула олигофруктозы – это фрагменты молекулы инулина. Они немножко покороче, чем молекулы инулина, они послаще, и мы их используем как такой хороший качественный подсластитель в шоколаде. Но и инулин тоже может использовать в качестве очень мягкого, приятного, нежного, повторю, неприторного, вкусного подсластителя без какого-то то ни было риска для здоровья. Вот здесь приведены положительные эффекты инулина. Смотрите, он не повышает уровень сахара в крови, и я добавлю, он сглаживает уровень сахара в крови. Мы очень боимся, когда человек, употребляя много сахара, после еды имеет так называемую постпищевую гипергликемию, то есть сахар подбрасывает вверх, для организма это настоящий стресс, сахар токсичен, это расшатывает систему регуляции выброса инсулина, это может привести к сахарному диабету, это приводит к тканевому воспалению. Мы вот к сахару сейчас относимся категорически, чем меньше, тем лучше. И все факторы, которые замедляют вот так вот всасывание глюкозы в кровь, мы их должны приветствовать. Вот один из таких факторов – это инулин. Ну, этим свойством обладают все пищевые волокна, мы об этом скажем. Второй момент. Инулин снижает уровень плохого холестерина в крови. Вы скажете, как он может его снижать, если инулин вообще не покидает желудочно-кишечный тракт? Как он может влиять на уровень плохого холестерина в крови? Чрезвычайно интересный эффект. Дело в том, что из холестерина организм строит желчные кислоты. Желчные кислоты играют очень важную роль в нашем пищеварении, в частности, они необходимы для усвоения жиров. С желчными кислотами выделяются всякие токсины в просвет кишечника. И вот эти желчные кислоты, они в пище присутствуют, работают, а в нижних отделах тонкой кишки организм, как бы спохватившись, всасывает их обратно и снова делает из них холестерин, понимаете? И вот в этом вот так называемом ресинтезе холестерина вращается, наверное, процентов 70 всего холестерина. Что будет, если мы часть
желчных кислот задержим, не дадим им всасываться. Организм будет вынужден искать внутри себя холестерин. Где? Ну, например, в стенках сосудов. Вот в этих самых липидных пятнах, которые могут дать старт атеросклерозу. И мы увидим повышение уровня холестерина, который едет из периферии в печень. Он едет на липопротеидах высокой плотности, и мы называем его хорошим, потому что он уже в сосуды не сядет, он в печень идет. А плохого холестерина, связанного с липопротеидами низкой плотности, становится меньше. Организму нужен холестерин, чтобы делать желчные кислоты. Вот такой вот интересный эффект им обладают все пищевые волокна, в том числе и инулин. Инулин, как любое пищевое волокно, способствует набуханию пищевого комка, фиксации пищевого комка в желудке, и мы чувствуем дольше сытость. То есть еда, богатая инулином, ну и, кстати, и другими пищевыми волокнами, она менее калорийная, ну, потому что инулин не содержит калорий, но при этом более сытная. Вот очень интересно. Да, еще есть такие эффекты. Способствует росту костной ткани, потому что способствует фиксации всасыванию кальция. Вот, укрепляет иммунитет. Здесь очень важный момент. Укрепляет иммунитет инулин, воздействуя на бифидо- и лактобактерии. Бифидо- и лактобактерии, одна из их функций, это вот наша симбиота, так называемая, бактерии, которые помогают нам жить. Вот одна из функций этой симбиоты – это вот немножечко так, вот, знаете, все время раздражать так называемые пиейровые бляшки. Это скопление лимфоидной ткани в кишечнике. И вот раздражая эти пиейровые бляшки, симбиотная микрофлора все время стимулирует наш иммунитет. То есть мы заботимся о микрофлоре, микрофлора заботится о нашем иммунитете. Ну, я могу назвать еще такой эффект, как противовоспалительный. Сейчас мы ему придаем очень много значения и в антиэйдже, и в молодости кожи, и в профилактике возрастных болезней, и в профилактике онкозаболеваний. То есть все, что обладает противовоспалительным действием, давайте в пищу использовать побольше. И один из этих факторов – это инулин. Вот. Ну, естественно, поскольку нормализует холестериновый обмен, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, помогает выводить из организма шлаки и токсины. И вот нам очень важно здесь понимать, что инулин, в общем-то, это не что-то такое для нашего организма небывалое. Инулин – обычный компонент продуктов питания, просто может быть он не очень так вот для нас характерен, но вот, например, очень богат инулином топинамбур, очень богат инулином цикорий, также он есть в луке, в чесноке, в изюме, в спарже, вот, вот даже вот корни лопуха, одуванчика, лук-порей, кстати, вот. Там, да, содержится инулин. Может быть, мы не часто едим эти продукты, но инулин нам надо бы есть почаще, потому что это очень важное для нас растворимое пищевое волокно. Повторю, это идеальный пребиотик. Это пищевое волокно, питание нашей симбиотной микрофлоры, и через функции симбиотной микрофлоры инулин оказывает массу оздоровительных эффектов. Вот. И еще одно пищевое волокно мы рассмотрим – это пектин. Раз оно устроено примерно так же, может быть, немножко более разветвленная цепочка, чем у инулина, это тоже полифруктан, он тоже не расщепляется нашими ферментами, он идет на питание нашей микрофлоры. Вот. И надо сказать, что поскольку волокно более такое, ну, как бы сказать, длинное, оно не воспринимается нами как сладкое, но, тем не менее, пектин в продуктах питания узнается, как бы создавая такое вот наполнение продуктов питания.
Ну и вообще надо сказать, что яблочная клетчатка, которую мы включаем в наши продукты активно, чрезвычайно полезная клетчатка, она, конечно же, содержит не только пектины, она содержит и так называемую целлюлозу, гемицеллюлозу, то есть нерастворимые пищевые волокна, которые тоже нам чрезвычайно нужны, потому что у них появляется еще несколько полезных для нас действий. Но в частности, нерастворимая клетчатка адсорбирует на себя, связывает токсины, которые образуются в кишечнике, канцерогены, соли тяжелых металлов и выводит их из организма. Вот, облегчает вообще работу всего желудочно-кишечного тракта. Пища, богатая клетчаткой, при меньшей калорийности воспринимается нами как более сытная. Поэтому обратите на это внимание. Ну и надо сказать, что пектином богата не только яблоки, вот здесь список приведен, то есть, в общем-то, большинство фруктов, ягод, ну и, кстати, овощей тоже, пектин содержит наряду с нерастворимой клетчаткой. Вот здесь тоже очень интересный момент. Нам все-таки желательно, чтобы растворимая она пореже бывает, чтобы вот растворимая к нерастворимой было как, ну, хотя бы как 1:2. Вот яблоко это соотношение идеально содержит. На 1 грамм твердой клетчатки приходится полграмма где-то вот пектина мягкой клетчатки. Очень богаты пектином цитрусовые, есть пектин в ягодах, вот, в частности, в черной смородине, бруснике, да и красной смородине тоже. Вот все это возьмите на заметку, чем больше этого в нашем питании, тем лучше. Но повторю, мы, поскольку мы создаем не только вкусные, не только вкусные и не столько вкусные, сколько полезные продукты, мы очень озабочены включением в наши продукты вот таких вот полезных компонентов. В данном случае пребиотиков, но дальше вы увидите не только пребиотики, но и суперфуды, так чтобы перекус действительно был функциональным, так чтобы перекус действительно был полезным, то есть наполнял нас сытостью, энергией, не привносил большого количества калорий и привносил в наш организм функциональные, полезные питательные вещества, которые нам необходимы для нормального течения обмена веществ. Вот. Ну, естественно, если это будет очень-очень полезно, но не будет вкусно, к сожалению, мы, и так очень часто бывает, к сожалению, мы отказываемся. Но в данном случае как раз мы преследовали идею сделать их очень-очень вкусным, и мы отработали вкусы именно вот в режиме таких слепых дегустаций, понимаете, чтобы вкус и польза шли рядом. Поверьте мне, как диетологу с чуть ли не 30-летним стажем, это абсолютно необходимое сочетание. Вкусное, но вредное ведет к заболеваниям, невкусное, но полезное очень быстро люди это оставляют. Единственный способ сделать еду оздоровительной и ежедневно поступающей в организм – это вкусное плюс полезное. И вот именно этой цели отвечают все вкусы этой линейки. Смотрите, здесь подразделяется 4 вкуса – фруктовые батончики и 3 вкуса фруктово-ореховые батончики. Ну, характеризуя их в общем, можно сказать, что фруктово-ореховые батончики немножко более калорийны, они имеют больше белка. Белок – это функциональный продукт, который увеличивает продолжительность чувства сытости, но мы об этом скажем. Вот, как-то углеводы, они быстро приводят к быстрому появлению сытости, а вот белочек, он хорош, как говорится, в долгую. Плюс вот эти фруктово-ореховые батончики включают в себя полезные жиры, которые привносят с собой орехи. Ну, надо сказать, не только орехи, вот, вернее, не только жиры, но мы сейчас это все охарактеризуем. Вот, калорийность немножко побольше, белка немножко побольше, жира немножко побольше, но если вы вот тут вот видите, калорийность весьма и весьма скромная. Ну, что такое на батончик, допустим, 105-110 120 калорий. Если в день мы
потребляем где-то порядка 2000 калорий. Вот поделите одно на другое, представьте, сколько батончиков и все еще не перекроет суточную калорийность. Другими словами, вот продукты с очень высокой сытностью, с очень высокой функциональностью и при этом с очень низкой калорийностью, ну где-то в пределах даже 5-8% от суточной калорийности, вот эти продукты, они обладают вот такой вот хорошей функциональностью. Они не опасны в плане повышения лишнего веса. Согласитесь, в настоящее время это довольно большая проблема. Лишний вес, это все-таки он бывает как-то чаще, чем дефицит веса. Это и ученые замечают. И лишний вес – это то, что, в общем-то, сопровождается более ранним наступлением всяких там болезней, качество жизни снижается и так далее. Итак, фруктовые батончики, вкусы яблоко-облепиха, яблоко-груша-годжи, яблоко-вишня-асаи, яблоко-банан-физалис. Фруктово-ореховые батончики, здесь вот такие вкусы, шоколад, ну, основа тоже фруктовая, тут здесь финики, яблочное пюре, вот, и вот такие вот добавки, шоколад, фундук гуарана, миндаль, клюква и хиноцея, кокос, кешью, кераб, амарант. Вот о каждом из этих, наверное, дополнений, мне кажется, можно было бы прочитать целую лекцию. Если у вас будут вопросы, мы их обсудим. Ну, давайте мы пока охарактеризуем, ну, так вот, ну, как бы сказать, в целом, да, вот отдельные вкусы этой серии. Итак, яблоко, облепиха, ну и инулин. Инулин, он входит во все компоненты, он везде присутствует, и мы уже знаем почему. Потому что инулин – это идеальный пребиотик, а пребиотики нам необходимы для поддержания нормальной кишечной микрофлоры. А кишечная нормальная микрофлора нам необходима как мощнейший оздоровительный фактор, противовоспалительный фактор, иммуностимулирующий фактор – фактор синтеза витаминов наших собственных, в частности, витамин К синтезирует кишечная микрофлора, витамин В6 синтезирует, витамин В12. Вот. Ну и кроме того, ну вот это общее отличие фруктовых батончиков, это очень-очень невысокая калорийность, всего 80 килокалорий на батончик. То есть, опять же, соотнося это с суммарной суточной калорийностью, вы видите, что это меньше, чем 5% от суммарной суточной калорийности. То есть, в общем-то, для перекуса это абсолютно такой перекус, который никакому повышению веса не приведет. Вот, яблоко, охарактеризуем его здесь, поскольку дальше мы будем об этом говорить. Яблоко, помимо того, что оно богато клетчаткой, богато еще целым рядом биоактивных веществ, среди которых надо назвать кверцетин. В последнее время кверцетину уделяют чрезвычайно много внимания, поскольку у него находят и противоопухолевые свойства, и свойства улучшения укрепления сосудистой стенки. То есть, по сути, кверцетин – это один из факторов здоровья, и вы знаете эту известную английскую поговорку, которая на русском языке звучит так: «Одно яблоко в день, и доктор тебе не нужен». Ну, и оптимально, конечно, 2 яблока в день. Вот, вот здесь вот можно использовать вот такие вот батончики. Облепиха. Ну, про облепиху мы знаем очень много. Во-первых, это очень актуальный источник аскорбиновой кислоты. И нам надо сказать, что облепиха, вернее, аскорбиновая кислота необходима, ну, во-первых, как антиоксидант, как иммуностимулятор, все это понятно. Но надо также сказать, что аскорбиновая кислота стимулирует усвоение железа и стимулирует синтез коллагена. Вот две функции, за которые просто надо вот
искать везде, где есть аскорбиновая кислота, находить и использовать эти продукты в своем питании. Причем не очень стойкий витамин, все-таки он при длительном хранении разрушается, при варке он разрушается. В данном случае никакой варки у нас не происходит, то есть витамин С здесь сохраняется. Ну, я не знаю, следует ли на этом этому уделить внимание, но на всякий случай следует. Естественно, все продукты этой серии не содержат ГМО. Вот. Это, в общем-то, принципиальная позиция компании. Пока до конца все точечки над «и» не расставлены, пока люди, многие, опасаются всех этих ГМО, как-то для многих ГМО не ассоциируется со здоровым питанием. Вот мы, в общем-то, решили ГМО-компоненты в своих продуктах не использовать, тем более, в общем-то, можно легко найти продукты и компоненты, свободные от ГМО, стоят они дороже, но зато обеспечивают более высокое качество и оздоровительные эффекты. Следующий наш батончик – яблоко, груша и ягода Годжи. Здесь немножко изменился фруктовый такой наполнитель. Помимо яблочного пюре добавлен еще грушевое пюре. В принципе, функциональность этих продуктов одинакова, но, может быть, вот груша, она все-таки содержит меньше фруктовых кислот. Некоторые вот находят, что груша при той же калорийности, что и яблоко, она меньше раздражает желудок, как-то она создает более такой изысканный праздничный вкус. В общем-то, я согласен со всеми этими утверждениями. Плюс, безусловно, груша содержит все биоактивные компоненты, которые содержит яблоко. Это и кверцетин, и витамин В6, и минералы, особенно такие, как калий и магний. Вот. Но по-настоящему, конечно, вот супер-супер-фудом этот вкус делают ягоды Годжи. Ну, наверное, вы слышали, да, про ягоды Годжи, про то, что их сейчас очень много, часто включают во все оздоровительные сборы, оздоровительные комплексы для питания. Идет очень интенсивный научный поиск, планируется из ягод Годжи добывать биоактивные вещества, на основании которых делать лекарства, лекарства, защищающие нас от возрастных болезней, лекарства, защищающие нас от опухолевых заболеваний. Ну, исследования идут, мы будем за ними наблюдать, но я могу что сказать. Ягоды Годжи, безусловно, полезны из-за того, что они в большом количестве содержат флавоноиды, антиоксиданты, витамины, ну, в частности, минералы, такие как калий, такие как магний, вот, железо, кстати, витамины, аскорбиновая кислота. Вот. И в этом плане, в общем-то, вот присутствие здесь ягод Годжи, конечно, делает этот батончик, ну, таким вот прям суперфудом. Плюс вы это увидите, что ягоды Годжи, они добавляют насыщающих свойств, они повышают настроение, они обладают антидепрессивной активностью. Ну, вообще, вот так, если говорить, все, что содержит магний и витамин В6, действует улучшающее на наше настроение. Вы тоже возьмите это на заметку. Фрукты, ягоды очень часто имеют и то, и другое. Вот. Ну и в частности ягоды Годжи, они имеют и магний, и витамин В6 в достаточно большом таком высоком количестве. Так, следующий у нас батончик, по-моему, последний из наших фруктовых, это яблоко, вишня и асаи. Здесь нам надо сказать о вишне как очень важном источнике витамина В6, очень важном источнике кверцетина, и о ягоде асаи как очень таком известном суперфуде из Южной Америки, вот, к которому сейчас тоже приковано весьма большое
внимание ученых, изучаются свойства, оздоровительные свойства ягод асаи. Я могу, знаете, свое высказать здесь пожелание. Дело вот в чем. Вот все продукты питания содержат довольно много очень важных биоактивных веществ. Мы с вами любим, как мы говорим, нам бы таблеточку, да, нам бы вот дали бы таблеточку. Понятно, что вот ученые ищут какие-то биоактивные вещества, да как бы вот их так выделить, да как бы их запаковать в таблеточку. Но вот мой личный опыт говорит, что люди долго не принимают таблетки, особенно оздоровительного свойства. Вот ягоды асаи обладают чрезвычайно большим количеством биоактивных веществ, которые улучшают и зрение, улучшают свойства кожи, улучшают синтез коллагена и так далее. Но, понимаете, пить таблетки из экстракта ягод асаи, ну, как-то это надолго не получается. А вот использовать в пищу в таком ежедневном режиме, понемножку, так, чтобы фактор постоянно присутствовал. Вот это, на мой взгляд, имеет гораздо более выраженный оздоровительный эффект. Так, вот еще у нас, да, вот еще четвертый фруктовый батончик, яблоко, банан физалис. О банане можно несколько слов сказать. Вы знаете, что мякоть банана чрезвычайно богата аминокислотой триптофаном, а триптофан, вы знаете, в нашем головном мозге перестраивается в серотонин. А серотонин – это гормон удовольствия, гормон удовлетворения. Хорошо с серотонином, хорошо с настроением. Вот, так что бананы – это, конечно, фрукты настроения. И вот здесь добавлено банановое пюре к яблочному пюре, яблочной клетчатке, к инулину. Так что и вкус становится немножко такой более нарядный. И с другой стороны появляются новые оздоровительные свойства. Вот, физалис, тоже чрезвычайно интересная ягода. Нужно сказать, что мы используем именно такой съедобный физалис. Не все сорта физалиса можно использовать в пищу. Мы используем съедобный физалис. И здесь нужно сказать, что физалис чрезвычайно богат таким каротиноидом, как ликопин. Ликопин – очень важный каротиноид. Это доказано очень многими исследованиями, что ежедневное употребление достаточного количества ликопина защищает нашу сердечно-сосудистую систему от возрастных изменений. В общем-то, нужно сказать, что вот такое, вот, что все боятся атеросклероз, это, в общем-то, доброкачественное заболевание, которое может протекать годами. Вот более таким вот, ну, как бы острым это заболевание делает так называемая нестабильность атеросклеротической бляшки. То есть бляшка начинает бурно расти, разрушаться, там тромбируется и так далее. То есть организм не успевает скомпенсировать вот эту вот закупорку сосуда. Вот, и вот довольно много факторов, некоторые металлы, ну, в частности, селен, и некоторые биоактивные вещества, вот, в частности, ликопин, вот, они обладают вот таким омолаживающим сосудодействием. Вы помните, есть такая известная фраза: человеку столько лет, сколько лет его сосудам, вот поэтому о сосудах, друзья, давайте будем заботиться. Вот, дальше мы переходим к характеристике фруктово-ореховых батончиков. И первый здесь у нас шоколад фундук гуарана. Почему он назван шоколадом? Потому что в его составе участвует какао и участвует какао-масло. Когда мы с вами говорили о линейке вкусов шоколада, вы помните, я говорил, что и какао, и какао-масло – чрезвычайно полезные биоактивные вещества, которые омолаживают нас, которые стимулируют работу мозга, которые повышают нашу сообразительность, повышают нашу коммуникабельность, повышают настроение, заряжают нас бодростью. Единственное, что делает шоколад вредным – это сахар. Но мы, видите, второй раз уже говорим о включение в пищу какао и какао-масло, и опять никакого сахара.
То есть только полезные компоненты. Но это еще не все. Здесь еще присутствует фундук. Фундук – это очень интересный орех, поскольку в нем есть хороший белок, хорошие растительные жиры. Здесь нужно сказать, что растительный белок – это чрезвычайно важный для нашего питания белок. Особенно, знаете, 35-40+, особенно для женщин. Мы советуем побольше, находите какие-то продукты, богатые растительным белком. Надо побольше растительного белка, потому что уравновешивание растительным белком животного создает более такую выгодную оздоровительную ситуацию, которую надо использовать. Вот. Кроме того, фундук является источником цинка. Цинк, кстати, нельзя о нем не сказать, поскольку это компонент с явной такой противовирусной активностью. То есть цинк защищает мембраны клеток от проникновения в них вирусов. В наше время это чрезвычайно актуально. Вот. Ну и гуарана. Гуарана – это растение из Южной Америки, ягоды которого чрезвычайно богаты кофеином и другими алкалоидами, которые характерны для кофе, какао. Это, в общем-то, довольно близкие такие растения. Нужно сказать, что кофеина в гуаране больше, чем в кофе. И вот присутствие гуараны делает этот батончик не просто сытным за счет белка, за счет полезных жиров, но еще и тонизирующим. Вот когда мы, допустим, проголодались, и это сказывается на нашей умственной работоспособности, вот этот батончик в этом случае подойдет нам лучше всего, потому что он быстро восстановит наши когнитивные функции, восстановит память, восстановит сообразительность, и мы дальше будем готовы к работе. Так, миндаль, клюква и хиноцея. Охарактеризуем здесь компоненты. Здесь, значит, говоря о миндале, опять же, мы должны напомнить и о полезных жирах, и очень важно о полезных минералах. Здесь магний, цинк, селен. Вот клюква – очень хорошее содержание аскорбиновой кислоты, очень хорошее содержание антиоксидантов. И хиноцея, вы, должно быть, знаете, это иммуностимулятор, что тоже в настоящее время чрезвычайно актуально. То есть, ну, все батончики этой серии за счет инулина, за счет клетчатки обладают иммуномодулирующим действием, но в этом плане и хиноцея, или вот батончик миндаль, клюква и хиноцея, он, как бы сказать, первый среди равных. То есть он еще больше в этом плане защитит вас. И поэтому те из вас, кто в холодное время года часто простужается, вот обратите внимание на этот батончик, используйте его почаще. Здесь очень много компонентов, именно стимулирующих наш иммунитет. Последний батончик нашей серии, тоже чрезвычайно интересный, довольно богатый состав. И тут и кокос, и кешью, и кероп, и амарант. Вот. Ну, кокос интересен тем, что кокосовое масло содержит так называемые среднецепочечные жиры. И в этом плане кокос оказывается при весьма такой, ну, не сам кокос, а вот данный батончик с кокосом, при весьма такой средней калорийности оказывается весьма и весьма сытным. Плюс кокос богат витаминами группы В. Вот, в нем довольно много белка, вот, и микроэлементов, в частности, таких как калий, фосфор, что необходимо для сердечно-сосудистой системы, для нервной системы. Вот, довольно близкими эффектами обладает кешью, тоже белок качественный растительный, плюс жир, плюс минералы. Вот орехи – это очень хорошо минералы. Это цинк, друзья, это медь, это селен. А цинк, опять же, мы повторяем, это противовирусное воздействие. Кероп. Это плоды рожкового дерева. Вы знаете, просто так, если интересно, удивительно оказалось то, что все семена кероба весят одинаково.
весят 0,19 грамма. Это настолько вот одинаково, что ювелиры всего мира издревле использовали кило в качестве гирьки, в качестве меры веса, чтобы взвешивать бриллианты. И если вы вот так вот помните, один карат, да, известная такая величина, один карат, вот это вес одного семечка кероба. Ну, естественно, если этот кероб смолоть и включить в пищу, то мы добавим еще ряд полезных действий. Ну, в частности, кероб богат полисахаридами, то есть это еще один класс пищевых волокон, который и наполнит нас сытостью, и вызовет положительные эффекты. Вот. И амарант – это растение, которое, ну, у нас амарантовая мука, его используют для включения в продукты питания, когда надо обогатить продукты питания хорошим, качественным растительным белком, но чтобы при этом было поменьше крахмал. Вот как раз амарант обладает вот этим свойством – хороший, качественный растительный белок. Вот, друзья, такова получилась характеристика серии «Фруктовые батончики с пребиотиками, клетчаткой и суперфудами для легкого, здорового и полезного, подчеркну, перекуса». Вот общая характеристика серии, что помимо таких моментов, как вот вкусно, да, как насыщение, здесь есть еще ряд функциональных моментов. Это обогащение нашего питания пищевыми волокнами, обогащение, причем и растворимыми, и нерастворимыми, обогащение нашего питания, подчеркну, пребиотиками, это в большей мере касается растворимых пищевых волокон, опять же напомню, это инулин, пектин, вот, это обогащение нашего питания минералами, витаминами, антиоксидантами и тем самым повышение оздоровительных качеств нашего питания. Друзья, вот обратите внимание на эту серию, не разочаруйтесь. Ну и если есть ко мне вопросы, давайте поотвечаю. Вот. Ну, надо сказать, что вопросы можно задавать и после нашей конференции. Вот мы потом можем провести как бы конференцию по вопросам, сделать отдельную конференцию вот по вашим вопросам. Она будет касаться всех наших новинок. Вот и, соответственно, как бы их даже можно в таком вот комплексном ключе проанализировать, потому что все они направлены на оздоровление, просто каждый немножечко по-разному. И вот интересно посмотреть, какая серия продуктов, с какой стороны на это оздоровление влияет. Вот, ну вот здесь Рима задала вопрос, ягоды годжи влияют ли на похудение? Ну, надеется, Рима, что мы включим много ягод годжи, и это приведет к похудению, конечно, не приходится. Похудение – это довольно такой комплексный процесс, где, конечно же, нужно, где питание является одним из факторов, но очень важный момент – во время похудения возникает такая тема. Человеку голодно, человек начинает тупить, начинает нервничать, начинает, впадает в агрессию, в депрессию, вот, качество жизни падает, человек все бросает. Вот такие функциональные продукты, как те же самые батончики, они позволяют нам поддерживать низкокалорийное питание, здоровое, комплексное низкокалорийное питание, которое, если его применять вместе там, с расширением двигательной активности, безусловно поможет человеку похудеть. Проводились, кстати, исследования, где людям давали гуарану для похудения. Все-таки гуарана – это кофеин, вот, а кофеин, он стимулирует в том числе и расщепление жира. Вот, вот там более такие обнадеживающие получили данные, но вот мой принцип, поверьте, к этому ко всему надо подходить комплексно и в долгую. Потому что если человек имеет излишний вес, значит, образ жизни его позволяет ему этот вес иметь. И
чтобы иметь какой-то другой вес, ему нужен какой-то другой образ жизни, где питание является одним из компонентов этого образа жизни. Если мы, допустим, поменяем ненадолго только питание, то обычно через какое-то время, когда человеку все это надоест, он все это бросит, вес его благополучно вернется обратно. Здесь нет ничего удивительного. Возвращаясь в тот образ жизни, который привел к повышению веса, человек обязательно снова обретет свой вес. Здравствуйте. С какого возраста можно давать детям? Мне кажется, дети 3+, уже можно вот так вот понемножку давать. Единственный момент, я вас предупреждаю, не надо сразу давать по одному, по два там батончика. Они вкусные, дети могут к ним тянуться. Вот понемножку, какую-то маленькую долечку сегодня, потом пару долечек на следующий день. Вот таким вот образом, чтобы привыкал организм ребенка. Это не только касается батончиков, и не потому, что вот они какие-то там это. Просто любой новый продукт питания ребенка надо вводить все-таки осторожно, через какой-то подготовительный период. Потому что дети – это не мы. У них свой желудочно-кишечный тракт еще нежный, еще не сформировался. Могут быть какие-то пищевые срывы, какие-то несварения и так далее. Это никому не нужно. Сколько можно в день взрослым? Ну, здесь опять надо подчеркнуть, друзья, это очень важный момент. Это не лекарство, где мы говорим о каких-то дозах, понимаете? Я вам привел калорийность, я вам привел состав. Вот, в общем-то, мне кажется, можно и много, но мне вот как-то вот так вот для себя думается, ну, 2-3 штучки в день, в принципе, они вот и нужную функциональность внесут. И как-то вот, собственно, лишним-то не будет, конечно. То есть это не ограничивается, но, повторю, все-таки мы больше любим, когда человек на перекусы, у него не уходит большого количества продуктов, калорий, понимаете, все-таки лучше, конечно, есть за столом, как-то превращая трапезу в такой приятный процесс. Ну уж если деваться некуда, то, конечно, вот такие функциональные продукты вас спасут, но вот со всеми вот такими уточнениями. С какого батончика лучше начинать давать детям? С фруктовых. Вот, то есть, допустим, яблоко-груша, яблоко-банан, вот такие вот. То есть то, что дети и так используют в питании. Конечно, батончики насыщают быстро, но мы здесь должны говорить об индивидуальных моментах и о чувстве голода, с которым человек приступает к поеданию батончиков. Если, конечно, человек очень давно не ел, то одного батончика может оказаться мало. Вот. А так при прочих равных, вот это важно подчеркнуть, если взять вот серию продуктов той же калорийности, то, конечно, батончики обладают более выраженным насыщающим эффектом. Ну, чтобы было понятно, 80 калорий – это стакан обезжиренного молока. Вот много в нем сытности. Вот, все-таки, согласитесь, батончик, он как-то воспринимается как более сытный и как более такой вот функциональный продукт. Так, друзья, еще вопросы? Ну, я хочу вас поблагодарить за сотрудничество, очень благодарен за вопросы, получилась довольно такая интересная, хорошая конференция, через неделю мы продолжим, вот, так что давайте будем продолжать сотрудничество, впереди у нас еще очень много интересного, вот, до свидания, друзья.